Устройство аварийно-спасательного автомобиля и ликвидация последствий ДТП. С работой спасателей сегодня познакомились ребята из оздоровительного лагеря, который работает на базе 3-й городской школы. Знакомство с профессиями службы спасения поможет детям понять важность, значимость и необходимость их деятельности, а для кого-то определиться с выбором будущей профессии. Среди тех, кто заинтересовался работой спасателей, 39 человек. Их познакомили с оборудованием, необходимым для спасательных работ. Для ликвидации последствий ДТП. Но также он может работать на завалах и в других различных условиях. Не условиях, а ну, в различных ситуациях. То же самое. Электро, бензоинструмент, различные домкраты, подушки, перфораторы, освещение дополнительное, генератор дополнительный, носилки, боевая одежда пожарного, лестница трехколенная. Сейчас на службе спасателей находится один такой автомобиль. В планах ввести еще один специальный для ликвидации последствий ДТП. А пока ребята своими глазами увидели, каким образом извлекают из машины пострадавшего в ДТП человека. Экскурсия вызвала у детей большой интерес. На свои вопросы они получили обстоятельные ответы.